я так подсчитала, что в принципе на твои 3 зарплаты мы вполне можем поехать в Париж. Париж? Париж – это хорошо. Я так понимаю, что шубы у тебя будет совсем немного. Но я же так подсчитала, что... Так, вообще, где твой друг Леша? Он вечно опаздывает. Где же он? А вот и он. Вспомнил солнце, вот и лучик. Ребят, извините, что заставил вас ждать. Совсем забыл в машине фары выключить. И сделать нельзя. Пришлось добираться на общественном транспорте. Вечно ты ищешь какие-то оправдания. Ладно, забыли эту историю. Может быть, ты наконец познакомишь меня со своей девушкой? Ну, само собой, мы ради этого и собрались. Знакомься. Моя девушка Даша. Даша, мой лучший друг Леша. Очень приятно. Ребят, у нас столик на шеф, мы и так опаздываем. Поторопимся. А, какая милая папа. А ты все любуешься. Неужели ты считаешь, что дружба и любовь – это два самых сильных и искренних чувства? Безусловно. Ведь так оно и есть. А не заключить ли нам пари? Спорю, я докажу тебе, что человек по своей натуре очень низменное и падкое на искушение существо. Ну и как? Ну и как ты собираешься разрушить эту прекрасную парочку? Легко и просто. Мы лишь будем дергать за те ниточки, которые зарождают те или иные эмоции. Что ж, я согласен. Но всем ведь известно, что женщины непредсказуемы. И поэтому я предлагаю использовать по 3 эмоции или чувства только на парнях. По рукам? Паша, это же тот самый ресторан, где у нас была первая свидание. Точно! Я совсем забыл. Это было так давно. Thank you.
Здравствуйте. Добрый день. У нас заказ на столик на троих. Вы хотели заказ на столик? Орлов. Честно. Пройдемте. Вот ваш столик. Вот ваш регион. Я скоро подойду. Первый вам отвечу. Ребят, не знаю как вы, но я закажу себе стейк. Здесь его отлично готовят. Стоп! А тут есть вегетарианское меню? Еще вчера-то вегетарианка не была. Ну знаешь, я прочитала свой гороскоп на сегодня, и мне катастрофически не следует есть мясное. А я, пожалуй, тоже попробую стейк. Что будет на стейк? Нам, пожалуйста, два стейка. Да, что это удивилось. Ага, мне что-нибудь вегетарианское, это ваше. Итак, два стейка и что-нибудь вегетарианское. Таша, может быть, ты расскажешь, как вы с Пашей познакомились? Ой, это такая забавная история. Как-то раз я и моя подруга... Прошу прощения. Я с работы занята. Я учусь. Так вот, как-то раз я и моя подруга гуляли по парку. На нас выбежала огромная собака. Мы так испугались, но тут подбежал Паша. Он нас успокоил и сказал, что собака не кусается, а просто хотела поиграть. Ну, после этого мы начали общаться, и все закрутилось. Добро! Мне выпал отличный случай, чтобы начать. Я хочу использовать свою первую эмоцию, которую испытывал каждый человек. Ревность. И представляешь, он подарил мне это кольцо. Потрясающе. Действительно, у Паши хороший вкус. Он умеет выбирать украшения. Лёша, ты ничего не хочешь мне объяснить? Паша, ты чего? Ты думаешь, я ничего не видел? Паша, что случилось? Считай, Париж, ты уже съедал. В смысле? Потом поговорим. Я ничего не понимаю. Может, выйдем, поговорим? Пойдем. Слушай, друг! Меня не было всего пару минут, а ты уже флиртуешь с моей девушкой? Паша, что ты несешь? Я просто рассматривал кольцо. Я видел совсем другое! Стоп! Что происходит? Как два лучших друга, которые знакомы столько лет, ведут себя так безобразно? Им стоит напомнить об обеде! Скажи, я тебе когда-нибудь врал? Извини, я не знаю, что на меня нашло. Я-то ладно, но Даша эта ситуация, как мне показалось, была явно неприятной. Она там совсем одна, мне нужно подойти к ней и извиниться. Постой, у меня есть хорошая идея. Держи. Даша. Даша, прости меня, я тебе... Ну ладно, спасибо. Видишь, у тебя ничего не вышло. Теперь моя очередь. Продолжи. Прошу. Ты знаешь, что в танцах также проявляются чувства. И одно из них – нежность. Паша, это же наша песня. Ты помнишь этот день? Конечно же, потанцуем. Thank you.
Что это было? Ты разве не понял? Это пылкое чувство, возникающее между мужчиной и женщиной под названием страсть. Ну а теперь я готова выиграть пари, используя последнюю, самую ужасную эмоцию, которую ничто не сможет перебороть. Ненависть! Как так? Ничего же не предвещало такого исхода. Но у меня еще есть шанс все исправить. Я заставлю его осознать, что он поступает неверно. Необходимо двигаться вперед.